Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами играть в Sims 4. И сегодня, по идее, мы должны стать свидетелями рождения новой жизни. А это всегда приятно, это всегда радостно. Вот наш Матвей уже проснулся и не знает даже, что дальше делать. Он потерялся буквально, смотрит на свою спящую жену. Вот, и которой снялись пальмы. Так, и предвкушает уже появление на свет первенца. Так. Но перед этим, естественно, нужно сделать вот что. Так, ой, раковину починить надо, да? Ладно. Так, ты красавица, что у тебя? Ой, у тебя все с питанием совсем плохо. Так, раковину чинить здесь, но у нас есть же еще одна. Давай-ка вот здесь тогда почистить зубы. Потом вот так вот. Так. Ты у нас кушать хочешь, да? Ну, тебе бы тоже зубы почистить надо. Так, но тебе, чтобы зубы почистить, давай-ка, друг, почини. Почини вот это вот хозяйство. Потом уже будешь зубы чистить. Негоже, чтобы вода проливалась на этаж, как говорится. Так, а где ты? Это я кому сказал чинить? Да нет, Матвейке вроде. А он уже вниз побежал, смотрите, да? В холодильник, наверное, уже нырять собрался. Так, у тебя тут все получилось, да? О, слушайте, труба дела. Труба дела. Так. Так, открываем. Достаем наш пирог. Давай, бери. И кушай. Так, а мы это уберем назад, чтоб не испортилось. Так, где там наш Матвеюшка? Все, починил. Молодец. Давай зубы почисть тогда. И иди чинить унитаз. Так, опа, 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 стоппа, стоппа, стоппа. Я сказал. Блин, опять забыл переключить персонажи. Так, ладно. Оторвали от завтрака нашу красавицу. Давай, конечно же, кушай, кушай, конечно. Забыл переключиться, ну бывает. Так, ты чё там, почистил, нет? Чё ты там делаешь? Я же тебе сказал зубы почистить. Стоит что-то у зеркала там. Рожи кривляет. Так, ну и ладно. Тогда тоже скушай пирога. В принципе, потом пойдешь чинить унитаз. Почини то, почини сё. Кошмар какой-то. Так, до работы 5 часов. Ну, успеешь со всем управиться, в принципе. Так, здесь до работы 2 дня. Ну и отлично. Ну и отлично. Хотя, смотрите. Вот в пятницу вроде на работу. Написали 2 дня. Ну, там, наверное, по часам подсчет идет. Ладно. Так, это убираем. Это убираем. Так, что наша красавица? Что ты хочешь? Выпить в баре? Да ладно. В твоем-то положении пить в баре? Не. Репетировать речь перед зеркалом. Ну давай, вот это вот можешь сделать. Вот это можешь. О, репетировать речь. Как раз тебе вот 25 единиц дадут, как говорится. Так, повысить уровень в навыке. Целоваться с Матвеем. Так, ты поел, орел? Посудку за собой убери. Пожалуйста. Так, здесь завершено задание, здесь завершено задание. Отлично. Так, дальше чинить. Чинить горшок.
Так, тут что у нас? Третий триместр через 11 часов. Ну, что-то я уже сомневаюсь, что в этой части у нас появится киндер, но... Как знать? Как знать? Интересная, да, картина? Так, для улучшения обычных приборов. Так, получится сейчас улучшить? Нет, только пописать, как настоящий чемпион. Но мы этого делать не будем, это неприлично. По меньшей степени. Так, может пианино ему купить, а? Давайте попробуем пианино ему взять. Посмотрим, сколько она стоит. Денежка у нас вроде бы есть. Так, предметы по назначению. Увлечения и навыки, да? Так, шахматы. Да нет, не совсем то. Бытовые приборы, комфорт, электроника, освещение. Как, все что ли? Ну-ка покажите все. А нет, не это я имел в виду. Где музыкальные инструменты? Вот должно быть увлечение и навыки, да? А здесь вот только стул счастливые ручки. А, вот же нужно выбрать. Творец, точно. Так, танцпол. Ух ты, как все запущено. Сколько здесь будка диджея. Так, роялину мне надо. Клин-блин там. Так, скрипка. Струнвариус, да. О, роялина. Почти качи мои клавиши. Считается. Так, старинная пианино. Да тоже больше на роялину похоже. Так, и все что ли? Так, переносной бар. Барная стойка. Так, вот стоек много, а... Блюз ледяного кролика, нифига себе гитара. Так, а пианино всего у нас одно. Непорядок. Так, ну ладно. Какое есть, давайте возьмем. Ох, нифига себе, сказал я себе. Это куда же мы его ставить-то будем? Оно еще и не помещается нигде. Во как. Ха-ха. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Так, а ну-ка давайте перестановочку попробуем сделать. Это... Не думал я, что... Да уж. Вот сюда бы оно, в принципе, неплохо встало. Ну-ка давайте вот это хозяйство передвинем тогда куда-нибудь сюда, наверное. Или сюда. Нет, не встанет. Так. Ну, как-то так, наверное. Так, это пусть у нас где-нибудь здесь стоит. Так, ну, гитара, в принципе, пусть в углу будет. Так, а теперь давайте размещать эту громилу. Так. Как она хоть тут... Ну, в принципе, становится. Ладно. Ладно, давайте, берем. Вот тебе на брошки, вот тебе на духи, да? Вот тебе на долгую память, как говорится. Так. Ну что ж, с обновочкой, что ли? Да. Так, ну-ка давай-ка замути что-нибудь, сочинить мелодию. Уже сразу? А учиться? Нет? Ну-ка учиться. Сейчас посмотрим, какой у него уровень. Это 4-й на гитаре или скрипке. А на пианине вот еще 0-й пока что. Как он интересно пальцем тычет.
Ну ничего, ничего, научится. Научится. Смотри, какая у тебя роялина теперь есть. Так, что еще можно сделать? Нанять пианиста, учиться сесть. Сесть сюда, что ли, и крышкой захлопнуться? Так, ты там не разошлась ли, дорогая, а? Что тут у тебя? Выпить в баре до сих пор? Ну, ёлы-палы. Так, так, yes, yes, ОБХС, через 10 часов. Так, чё ты у нас там? Опять кушать захотела? Ну давай, иди пирога поешь. Ещё. Так, стоп, а может пусть кофе лучше выпьет, а? Пусть лучше кофейку дёрнет. Хотя... Хотя, так, минуточку, на мышке батарейка села. Так, все, заменил вроде бы. Так, давай-ка кофейку дерни. Сделать напиток здесь, да. Для чего ж тогда вот эти два агрегата у нас стоят? Макиато, латте, мокко, капучино. Ну давай вот капучино. Как говорится, не поскупимся на 12 баксов. Все-таки она и бодрость придает, и питание. Хотя не знаю, как во время беременности можно это все делать, нет? Так, завязывай все. Все, оставь зеркало в покое, родная. Все? Вон, правильно, о пеленках надо думать уже. Так, и, наверное, приодеться все-таки. Так, а есть тут для беременных какие-нибудь одежки, нет? О! Какая штука. Оп! И чё? И нифига? Нет, смотрите, получилось. Получилось. Ну, надо есть что-то посвободнее, конечно. Так, да, питание пополняется, смотрите-ка. Матвейка должен через час на работку. Так, тоже учиться заигрывать перед зеркалом. Так, ну давай уровень хотя бы догони. Там, какой у тебя? Нулевой пока что, видишь? Главное, уровень нулевой, а сочинять мелодию вот вроде как можно, да? Но, наверное, фиг ее кто купит, эту мелодию. А кто его знает? Так, ты чё тут, кофеек, подергиваешь, нет? Да, смотрите-ка. Все? Нормалек? Нормалек. Так, унитаз починен, давай-ка. Сюда теперь. Ну, не очень кофе, в принципе. Даже капучино не очень нам помогло в этом плане. Так, этому чуток еще остался, чтобы гаммы начать разучивать. Хорошо, что соседей нету, да? Вот то вот обычно, когда кто-нибудь учится там на пианино или на какой-нибудь флейте, трубе, там соседи, ну просто взвывают. Просто взвывают, когда кто-нибудь учится. Так, второй уровень достиг, молодец. Так, взять порцию. Так, и что, дальше попёр, что ли? Ну, что-то уже там по нескольку клавиш пиликает. Теперь может восторгаться сонатами для пианино. Ух ты. Ух ты, деловой, блин. Пора на работу. Эй, все. Хорош. Хорош, оставь роялину в покое. Ха-ха. Действительно. Ха-ха. Уже опоздал на 15 минут. Так, но зато продуктивно. Зато продуктивно. Что говорит, что называется, роялину в студию, да? Так, что тут у нас? Где тут кто? Ага. Так, ну как-то вот на работу бы тебе не надо бы в таком-то состоянии, а? Я вот не знаю, тут декретный этот самый отпуск имеется, нет вообще? Вон, мысли все о ребенке только. Мысли все только о ребенке. Это хорошо, с одной стороны. Так, позвонить кому-нибудь. О, это запросто.
Это мы тебе запросто сейчас устроим. От поболтать с. Так. Где там твой Кент? Дон Лотарио, Давыдова. Так, вот с ней ты последний раз болтала. Так, а где тот, с кем ты раньше жила? Вот такой белобрысый чувак. Ну-ка, друзья. Да ладно. Ага. Офигеть. Чё, любовь? А, ну да, он на работе. Странно, странно. Ну, давай с Давыдовой поболтай. С однофамилией. Ох ты. Что ж такое сегодня? День прорвы какой-то, блин. Этих самых... всех сантехнических приборов. Там раковина, здесь раковина, тут унитаз. Осталось еще только ванна, душ и вот... чтобы вообще все... так, учиться, нанять пианиста. Ну, не знаю, это навряд ли у тебя такая жизненная цель есть. Так. Поболтала. Танцевать под музыку стереосистемы. Но это можно устроить. Так, включить. Вот, давайте. Поп-музыка. Так. И танцевать. Давайте, может, вот эта вот потребность у нее еще принесет плоды свои. Так, а может, музыка не такая? Что-то... что-то оно не совсем работает. А? Может, ближе подойти надо? А, вот оно все сработало. Отлично. Так, ну подвигайся, подвигайся. Немножечко. Только так не делай! Ты чё? Ты творишь-то, а? Ты не в курсе вообще, в каком ты положении ты находишься? Может, тебе напомнить надо? Да. Интересно, интересно. Навыки смешивания напитков. Так, можешь ей барную стойку, а, купить? Я вот тут случайно подумал. Какую-нибудь. Пускай себе напитки смешивает. Вон, Матвейки пианину, как говорится, купили. А деньги потом для ребенка, если что, потом Матвейка заработает. Так, нет, не телефон. Не телефон. Вот, что мне надо. Так, он же у нас музыки всякие пишет там. Так. Учение и навыки. Бытовые приборы, украшения, столы, тумбы. Это не это. Оно нет, не оно. Нет, не оно. Шкафы и комоды. Сантехника, комфорт. Так, ладно. Или все-таки увлечения и навыки, а? Так, что это такое? Отдых. Спорт. Другое. Показать все. А что за другое? А, ну вот оно. Бары. Барные стойки. Да, они, в принципе, не такие дорогие. Скажем так, не дороже нашего пианино. Так. Ну, начнем с малого, наверное. Переносной бар. Сильные мира. Сего. Декор ледяные кролики, да? Так. Хотя вот и такая, смотрите, бар старинный, да? Ну, там уже по нарастающей, конечно, пошло все. Это что такое? Переносной холодильник. Вау. Даже так, костер. Какие-то со старых табуреток каких-то. Поднос для напитков. Пылающий костер. Так. Ну, давайте вот бар старинный. Ох, нифига себе. Нет, стоп. Во, вот это уже по размерам комнаты. А иначе тут что-то неимоверное такое происходит. Так, ну давайте, давайте, наверное, вот как-то так его. Ну не хочу я, чтобы он стоял прямо посреди комнаты. Так, может так вот как-то. А? Так, ближе никак, да?
Эх, места не хватает. Так, или вот здесь, на углу. Да, давайте здесь пока поставим. Бог с ним, как говорится. Так. Так, все, давайте. Учиться делать напитки. Вот, под музычку как раз. Под музычку. Так, ну-ну-ну-ну-ну, разошлась, разошлась, красавица. Все, хорош, хорош, успокойся, успокойся, дышим ровно, дышим ровно. Так, может вот третьего уровня как раз достигнет у нее, будет. Оп, жизненная цель удовлетворена. Так, нет, я чувствую, друзья. Третий триместр через 5 часов. Так это получается еще больше у нее вот живот будет. Скорее всего, в этой части мы, наверное, не дождемся, да? Так, ну и кому стоим? Оп, оп. Оп, опа, Гангнам Стайл. А что там нюхать-то? Спиртягу? Так, ладно, пускай учится. Пускай учится. В карьере ей это поможет. Что там у нас у Матвейки? Так, продуктивность высокая, хорошо. Кушать хочет. Кушать хочет. Так, а что мы можем? Что мы можем? Ага, упорно работать, общаться с коллегами, изучать теорию музыки. Снижает продуктивность труда, но получает вдохновение. Нет. Понижает продуктивность и понижает потребности в общении. Нет. Упорно работать. Персонаж может расстроиться. Так, расслабиться. Так, а покушать вот что, нету что ли? Ладно, упорно работать. Если покушать нету, то остальные-то у нас с остальными, скажем так, ингредиентами все нормально, да? Только питание, вот, ну, питание, я надеюсь, он догадается где-нибудь там что-нибудь перекусить. Так, что тут у тебя? Достигаешь уровня смешивания напитков? Да, Матвейка придет сейчас с работы здесь. Раз, барная стойка уже. Несколько чуваков тут. Блин, ну вот это, конечно, да. Это, конечно, да, так. Так, и здесь лужа-то, ёлы-палы. Ёлы-палы, и там, наверное, лужа. Так, ну, нашу беременную Саммер мы... Да, и здесь лужа. Нашу Саммер мы не будем просить лазить с тряпкой здесь. Матвейка придет, наверное, все вытрет. Так, сколько ему еще, кстати, там на работе толочься? До 22.00, до 20.00, да? А, так тут остался-то часок буквально. Ну, давайте мотанем время. Заодно наша Саммер поупражняется в приготовлении напитков. Третий уровень. Отлично. Отлично, так. Все, жизненные цели или как тут? Вот эти вот. Достигнуты, в принципе. Так, опять кушать хочешь? Давай. Давай, будешь есть пирог. Взять порцию. Одним пирогом весь день питаться. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, хорош. Напитки тут смешивать. Так, ну ничего. Ничего, бывает. Бывает, бывает. Так. А я вот думаю, смотрите, какая страшная вот эта раковина. Может быть, ее продать и купить что-нибудь попутевей? Так кто его знает? Сейчас уже Матвейка придет. Что-нибудь придумает, что-нибудь сообразит. Я так думаю. Я так думаю, что-нибудь сообразит. Так, 2 часа еще. До выроста животика. Так, все. Опаньки! Повышение до должности серьезный музыкант. Зарплата увеличивается, премия 1165. Музыкальная награда выше всяких похвал. Во как!
Красавчик, красавчик, но на один выходной меньше стало, да? На один выходной меньше. Так, сюда решила пойти помыть. А ничего, что мы тут вот сейчас будем использовать это все хозяйство. Оба. Так, серьезный музыкант. Хорошо. Хорошо, так, ты давай-ка. А, тоже? Ты тоже сюда же. Нет, посмотрите, она подождала, пока мы и вышла. Ну да. Так, давай, Матвеюшка, с этой раковиной разберемся. Так, ну-ка. Что тут у нас имеется по раковинам? Так, продать за 2 бакса. Интересно. А альтернатива какая-нибудь есть? Так. Бытовые приборы, шкафы, контакт, па-па-па-па-па-па-па-па. Это бытовой прибор? Нет? Нет. Шкафы и комоды? Нет? Нет. А, сантехника же, ёлки-палки. Вот. Вот оно какое все. Так, это у нас сейчас стоит раковина. Та-та-та-та-та-та. Какая у нас сейчас имеется, а? Раковина для ванной? Нет, не пойдет. Простота в чистоте. Так, стоп, а чтоб продать ее, наверное, сначала аж починить надо. Иначе мы ее дорого не продадим. Вон, я и смотрю, 2 бакса что-то как-то не фонтан. Так, давай-ка сюда. Блин, лужа здесь. Ну, как-нибудь одну ногу там переставь, что ли, не знаю. Так, душ вообще мы забросили, судя по всему, да? Говорят, сейчас не хотите сходить? Нет, не хотим. Так, все, починил Матвейка все это дело. Так, дискомфорт, что это такое? Плохое окружение? Да ладно, не любишь грязь и запущение? Фу, сам напросился. Вот это тоже давай вот, о, разобрать на детали. Это пойдет. Так, а мы пока давайте все же. Так, все равно за 2. Блин, нафиг мы чинили, а? Нафиг мы это все чинили. Раковина, простота в чистоте. За 2 продать. Дай бог с ним. Все. Не будем заморачиваться по этому поводу. Хотя на 160 он стоит, да? Раковина божественная. Так, мойка для кухни. Умбра. Так, цвет. Цвет хочу такой. Ой, мама, нет, конечно же. Так, ну что-то они все такие вот с такими горбатыми кранами, а? Так, а это у нас 200, да? Мойка. Так, ну вот это уже что-то суровость. Самовар какой-то старый. Так, во. Боже мой. Нет, вот это мне больше вот как-то симпатизирует. Так, ну опять-таки цвет. Опять-таки цвет. Вот такой. Во. Бам. Вот это уже посерьезней будет. Такая у нас сегодня серия обновлений прям. Пианино купили, барную стойку купили, раковину древнюю поменяли. Вот плиту еще тоже, наверное, какую-нибудь надо. Так, куда пошел? А, пол подтирать. Самир теперь может уйти в отпуск по семейным обстоятельствам. Вот оно. Вот оно как. Отлично. Отлично. Ну-ка, где это все? Где это все? Где взять отпуск? Купить посудомойку. Блин, где? Где это можно сделать? А? Это типа третий триместр начался? Ну, получается, да. Так, да. Персонаж скоро будет рожать. Пора уже. Чё, прям сейчас будет рожать? Да ладно. Через сколько? Ух,
Какое все непонятное. Так, блин, как отпуск-то взять, а? Нет, тут ничего не щелкается, блин. Ходите на работу. Так, да ты улучшение-то понятно, что получил. Так, или может быть, когда время придет до работы, она сможет взять отпуск. Так, а может... Матвей теперь может тоже уходить. Матвей тоже в декрет может. Так, блин, ну как это все сделать, а? Как это все сделать-то? Как это реализовать? Так, время 22:33. Да. Так, что, на горшок хочешь? Да нет, у тебя вроде все нормально. Давай-ка, наверное, дерни кофейку и спать. Многие говорят, что от кофе, наоборот, спать неохота. Нифига. Вот я, например, когда выпью кофе иной раз, у меня сон такой крепкий, что мама не горюй. Так что как-то так. Так, убери мусор. Так, здесь лужу подтер. Подтер. Так, вырубайте музыку, ребята. Так, мусор, мусор. Так, и здесь вот надо... А где тут лужа? Чё, здесь... Сама высохла, что ли? Даже так бывает? Ну-ка, подойди-ка. Не пойму я. Может, ее в темноте просто не видать? Так, ой, как у тебя все плохо-то. Гигиена, питание, бодрость. Все нужно. Все нужно. Да, смотрите, пропала лужа. Обалдеть. Обалдеть. Так, ну давай, мырни. Мырни в ванну. Так, тут у нас что? Так, а ты где? Что? Что случилось? А? Взгляд в никуда. Так, восхищаться интересами с кем-нибудь. Купить посудомоечную машину. Сделать напиток, гаечный ключ. Сделать напиток. Где тут гаечный ключ? А? Вот он. Давай, делай. Раз тебе так этого охота. И потом, наверное, баньки. Оп. Правильно, туда его нафиг. Ну и... Смотри, хорошо уже получается. Почти. Да. Вот так вот. Это безалкогольный же, да? Ну давай, хлебай. Хлебай. Сама сделала. Выпей давай. И баиньки. Наверное, безалкогольный все-таки. Будем надеяться, по крайней мере. Будем, по крайней мере, надеяться. Ох, как сразу. Нужда, естественная. Поперла. Так, ты там что, наплескался, нет? Да, вполне. Так, кушать хочешь. Ну давай-ка, пирог тогда. Тогда пирог бери. Взять порцию. Так, здесь у нас... Что это такое? Нажмите, чтобы посмотреть кипу. Деталь для улучшения. Понятно, что это такое. Так, а я сейчас сделал, сам того не заметив. Не вытаскивая из холодильника, да? Это надо взять на заметку. Это надо на заметку взять. Так, ну у тебя сейчас, в принципе, все в порядке будет, кроме сна. Так, у тебя... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну а чё ж ты стоишь-то, а? Глупенькая. Так, давай-давай-давай. Шуруй. Сейчас же, блин... Уф! Да. Так, это что еще такое?
Голова закружилась или что? Тебе сейчас плохо тут не станет, а? Так, бодрость. Согласен. Согласен, согласен. Давай-ка. Давай-ка так. Какой в уху, блин? Какой нафиг в уху? Тебе вот-вот уже вот. Уже вот. Вот-вот. Как говорится. Так, все. У тебя тоже с бодростью проблемы. Ну как, новая моечка, а? Да-да-да. Да-да-да. Так, ну что ж, наверное, ребеночек у нас появится все-таки в следующей части. Так, а сегодня мы обновок с вами накупили, да? Как говорится, сделали такое потакание капризом, удовлетворение нужд. О, бедолага. Все. Баиньки. Ну что ж, друзья, буду я на сегодня заканчивать. В следующей части, надеюсь, мы все-таки увидим киндера. Вот, а на сегодня все. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И всем всего. Хе-хе-хе, да-да-да.